То, что мы пронесли через годы, я имею в виду с 92 по сентябрь 30 93, мечта наша осуществилась. Мы вышли на государственную границу, добыли эту победу ради мира, устранили тот геноцид, который нес тогдашний режим. Первое в новейшей истории у адыго-абхазов свободное независимое государство. Вот это осознание, ну, в принципе, оно... Ты понимаешь, что ты все это сделал не зря. Что мы никто не шкурник, никто свои интересы. Что адыги-кабардинцы не преследуют свои цели. Они думают, как мировая величина. О всем Кавказе думают, о России думают. 92-93 год абхазские добровольцы защитили всю Россию. Интересы всех народов, которые образуют это многонациональное государство. Сегодня, к сожалению, немногие помнят о трагедии, разыгравшейся на абхазской земле в начале 90-х. О том, какой ценой освящена свобода Абхазии и сколько жертв стоит за этой победой. И только само здание Совмина, обгоревшее и изрешеченное пулями в каменном молчании, хранит память о событиях минувшей войны. 59 добровольцев отдали свои жизни за мир на земле свободной Абхазии. Кавказы швагу сама и гуршар. Айрама дунеи швагу сама и тажжи. Таджадей гарья шугура. Адига уисхар жизогвар. Орира, орирари. Стремление оказать помощь кому-то. Прийти на помощь, последним куском хлеба поделиться. Это входило в адаты адыгов. В бою они не щадили себя и оберегали друзей, удивляя своим мужеством даже многое повидавших товарищей по оружию. Людей, которые там головы свои оставили, чтобы их просто не забыли. Народ, чтобы не забыл. Чтобы мы помнили о них. Помнили, чтобы мы, в конце концов, набрались мужества. Преодолев ложную эту скромность, их именами назвали улицы в своем родном селении. Мы абсолютно бравады какой-то не занимаемся. Мы говорим, что мы выдержали этот экзамен, да, и у нас есть гордость за это. Народ никогда не забудет их подвига, подвига сыновей Северного Кавказа, Юга России, самого абхазского народа. У каждого народа есть, как великий Карл Густав Юнг говорил, архетип. В течение тысячелетий каждый народ получает в своем подсознании, архетипом называется, определенную модель, форму возможного мышления и поведения. Это в любой момент может проснуться. Вот у кабардинцев это проснулось, у воинов. С нами будет. И в каждом бою с нами флаг будет. Мы даже перед каждым боем целовали это и абхазское, и кабардинское. Он нам придавал больше духа, что ли, или уверенности. Oh!
Я тихо. Вона? Да, вон.